Баскетбольный клуб «Венсполс» открыл новый сезон двумя победами в рамках Латвийской баскетбольной лиги. Оба матча проходили на выезде. Прошедший же домашний матч был сопряжен с еще большей ответственностью. Игра на Еврокубок стала первой в сезоне, прошедшей в «Венсполсе» после реконструкции баскетбольного зала, установки нового табло, трибун и нового современного напольного покрытия. Соперники «Венсполсчан» были не из слабых, чемпион Черногория «Будыч Ност». В начале игры с перевесом в 2 очка лидировали гости, но постепенно «Венсполс» овладел преимуществом и в какой-то момент даже внушительно вырвался вперед. Но первая четверть завершилась 21-24. Во второй четверти успех тоже улыбался «Венсполсчанам». За 5 минут до окончания тайма на табло красовался результат 47-32. 2 очка гостям удалось отыграть, но незадолго до завершения тайма с центральной линии в корзину попадает Давис Лейсмерс. Тайм заканчивается со счетом 50-34 в пользу «Венсполса». После перерыва «Венсполсчане» продолжали лидировать и даже достигли перевеса в 20 очков. Но к концу матча немного расслабились, чем сразу и воспользовался противник. К концу игры перевес составлял всего 5 очков. Поддерживаемые болельщиком «Венсполсчане» смогли удержать этот перевес, и матч завершился со счетом 82-75 в пользу «Венсполса». Мы знали перед игрой, что это будет тяжелый матч для нас, потому что мы проводили 70 hours. Мы знали, что игра будет трудной, и проделали длинный путь сюда. В первом тайме так плохо играли, потому что не акклиматизировались. Плохо сработала защита, что дало немалое преимущество венсполчанам. Во втором тайме мы собрались и даже сократили разрыв в счете, но все-таки не победили. Побеждает сильнейший. Великолепной игрой в нападении отличился венсполский игрок Майер Четман. Он принес команде 19 очков. По 12 очков на счету у Харви Гранта и Троя Барниса. Мы боролись как команда на 100%. Первые три четверти прошли хорошо. В последней мы немного расслабились. И все-таки боролись до конца и победили. Так приятно вновь играть на этой площадке. Чувствуешь себя как дома. Несколько лет назад именно здесь началась моя карьера. Я был готов сделать все, что говорит тренер, только чтобы мы победили. Сейчас так красиво все выглядит. Новый пол, табло, зрительские места. Главный тренер баскетбольного клуба «Венсполс» Роберт Штейлмахер призывает болельщиков быть более активными. Трибуны, конечно, были заполнены, но поддержка могла бы быть более выраженной. Ведь болельщики, как шестой игрок, помогают команде собраться в трудные моменты. Спасибо, пришло много зрителей. Это было супер, но хотелось бы, чтобы поддержка из зала была еще сильнее. Это было бы вообще идеально. В любом случае, победа – это наполовину заслуга зрителей. Спасибо, что пришли. Были 3 отличные четверти. Возможно, последняя отличилась, но тоже хорошая, держала зрителей в напряжении. Мы выдержали до конца, но в конце все-таки устали. Победа есть победа. Татьяна Саксаганская, Гита Мартинсон, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.